Включение Miroscreen. Вот такая посылочка. Miroscreen G2 L7. Вот. Так, вот микро USB. USB. Так, здесь входит плотно. Вот кнопочка для переключения. Вот дырочка, кнопка для переключения. Ну, походу здесь должно быть автоматически уже все настраиваться. Так, идем настраивать телевизор. Что нам надо? Подключить кабель HDMI. Включаем кабель. Телевизор у меня. Так. Теперь эту часть USB вставляем. У меня выведенный шнур. Можете USB 2.0. Вот вставляется. Вот само подключение HDMI. Все. Это мне идет по проводу. Телевизор все подключили. Теперь находим HDMI устройство. HDMI 2. У меня два порта HDMI. Включаем. Так, вот это вот картинка. По идее, должно все автоматически здесь коннектиться, как сейчас модно говорить. Здесь вон написано там для перевода. Ну, должно автоматически подключаться. Берем старенький телефончик. Да. Он поддерживает. Так, дополнительные функции. У каждого по-разному будет. Вот у меня беспроводной дисплей. Других, может быть, там подключить монитор или еще что-нибудь там. Вот, у меня беспроводной дисплей. Вот оно сейчас. Включить. Так. Ага, интернет. Включать интернет обязательно. Чтобы Wi-Fi был у вас. Так, вот сразу высвечивает. Беспроводной монитор. Вот сразу высветило два. Один от планшета, а второй... Wi-Fi дисплей. Не пишет, что G2 там или Miroscreen. Вот теперь подключаем Miroscreen. Так, идет подключение. Все, мы подключились. Теперь входим. Ну, давайте любое видео. Любое видео включим, я продемонстрирую Каневский заповедник. Ну, давайте это. Переворачиваем телефон. Все. Видео идет. Моргает в самом видео не раскрыт. Вот таким вот образом мы подключаемся. Все, очень быстро. Также любое видео подключаем. Санкт-Петербург, 6 утра.
Также, вот точно так же другие фильмы, пожалуйста, смотрите. Вот она показывает сразу. Все показывает. Хотите, расширяйте. Вот. А так вот и